Привет, привет! Те, кто подписались на мою рассылку, уже умеют делать лягушку, которая умеет прыгать. Пора научиться делать лягушку, которая умеет квакать. Смотрите мой урок. Для того, чтобы сделать лягушку, берем квадратный лист бумаги зеленого цвета. Складываем наш квадратик диагонально. Теперь намечаем серединку. И снизу наверх загибаем уголки. Теперь нижний угол поднимаем наверх. И по центру намечаем небольшую линию. Разгибаем. Теперь два уголка мы загибаем к этой линии. Вот так. И отгибаем их в разные стороны. Вот так. Теперь, когда мы отогнули уголки, перегибаем их пополам. Вот так. Раз. И два. А теперь залазим в кармашек пальцем и расправляем. И верхний слой поднимаем наверх. Это один глазик нашей жабки. Теперь то же самое повторяем с другим глазиком. Расправляем и верхний слой поднимаем. Вот так. Переворачиваем. Теперь нижний угол загибаем к центру. И боковые тоже к центру фигурки. Вот так. А боковые уголки отгибаем вот так. Обратно. А теперь из нижнего уголка мы делаем базовую форму заячье ушко. Для этого сначала загибаем на одну сторону, теперь на другую и делаем заячье ушко. Вот так. Теперь мы должны наметить некоторые линии. Вот так. Вот эта часть фигурки должна коснуться вот этой вот линии. Вот так. И с другой стороны. Вот эта часть должна коснуться этой линии. Вот так мы наметили две линии. Теперь отгибаем нижний слой. Вот так.
складываем пополам. Теперь выравниваем глазки нашей лягушки, ротик. И посмотрите, как квакает наша лягушка. До новых встреч на Оригамире!